Освобождать от снега и посыпать дороги песком спецтехника начала еще накануне вечером. В расчистке улиц задействовано более 100 дворников. Несмотря на сложные погодные условия, городской общественный транспорт вышел на маршруты вовремя. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В условиях снегопада авариям подвержены объекты энергоснабжения. Глава Анапы потребовал устранять аварии в максимально кратчайшие сроки. Сейчас мы должны пройти вот этот период неблагоприятных погодных условий, применив сверхусилия, в том числе и еще раз проинструктируйте наши диспетчерские службы, чтобы объясняли людям, в чем причина, чтобы работали все телефоны, чтобы с людьми разговаривали по-человечески, не бросали трубки, не устраивали там амбиции. Кого не устраивает, ну, пусть переходит на другую работу. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Техники хватает, дороги в удовлетворительном состоянии, ограничения по движению по городу нет. Выработано порядка 130 пескосолевой смеси. Вот, работы продолжаются. На трассы выехали сотрудники Анапской роты ДПС. Водителям, которые остановились на обочинах, они предлагают свою помощь. Пока не закончится снегопад, инспекторы рекомендуют автомобилистам, не подготовившим транспорт к зимнему периоду, не выезжать на дороге. Тем, кто уже в пути, в городской черте следует не спешить при подъездах к перекресткам, держать безопасную дистанцию. На загородных дорогах главное – разумная скорость.